Приветствую вас, уважаемые предприниматели. Итак, продолжим составление бизнес-плана с помощью шаблона в формате Excel. Здесь используется, в данном случае мной используется для создания шаблона Excel 2010, поэтому обращаю ваше внимание, могут быть некоторые конфликты ввиду того, что используются вот такие вот галочки, как мы говорили в прошлом видео. Значит, переходим к первому шагу. Первый шаг у нас заключается в выборе названия компании, создании логотипа. Как оказалось, это довольно-таки емкие темы, поэтому я разбиваю этот шаг на два поста. И первый пост о выборе названия компании. Вот здесь вы прочитали теорию. И теперь вы знаете, как составлять и выбирать название для компании. Здесь у меня есть примеры. Я вам здесь все разъяснил. Примеры здесь приведены исключительно для наглядности, поэтому все совпадения с какими-либо реальными компаниями – это чистая случайность. Ну, конечно, за исключением Nokia, Kia или, скажем, IBM. Эти названия я взял просто для большей наглядности. Значит, что у нас в данном шаблоне мы делаем? Соответственно, вот здесь, в правой стороне, видите, стоит количество символов 0. Это наш счетчик. Вот когда мы начинаем писать название, я просто, да, там, скажем, название напишу. Заполняем желтые ячейки. После заполнения ячеек встает белое, и текст выделяется жирным. Видите, 8 символов. Для чего это нужно? Сильно растягивать название, как я уже это говорил в своем посте на сайте, не стоит, потому что название должно быть коротким, лаконичным, но при этом емким, хорошо и благозвучно звучать, легко читаться. И учтите, что сейчас на улице век компьютеризации, соответственно, скорее всего, вы будете делать сайт. А значит, ваше название должно клиентами вашими, будущими потенциальными клиентами, должно легко запоминаться, легко набираться на компьютере. Соответственно, когда вы выберете, повносите свои здесь примеры, пусть вы даже не все примеры используете, заполните не все ячейки, тем не менее, когда дойдете до конца списка, тогда вот, скажем, вы выберете, какое вам название, прочитаете их, можете посоветоваться со своими знакомыми, родственниками, коллегами, какое вам название больше нравится, такое название вы и выберете, соответственно, установив вот такую вот галочку. После этого будем считать, что название для своей компании вы выбрали. Следующим шагом будет создание логотипа. Об этом я буду рассказывать в следующем видео и опишу создание логотипа в следующем посте. Подписывайтесь на новые обновления блога, чтобы не пропустить следующий материал. Подписывайтесь на мой канал YouTube. До новых встреч!